Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Керем Бёрсин и Ханде Эрчел, одна из ведущих пар журнального мира, в последние дни продолжают часто выходить на передний план. Загадочные моменты, пережитые знаменитой парой, привлекавшей внимание как своей карьерой, так и личной жизнью, в машине Керема Бёрсина привлекли большое внимание бульварной прессы. Отношения Керема Бёрсина и Ханде Эрчел. Керем Бёрсин и Ханде Эрчел были одной из самых популярных и любимых пар в Турции. За отношениями пары с большим интересом следили СМИ и поклонники. Дуэт, работавший вместе над проектами, привлек внимание своими романтическими позами. Однако их отношения закончились в 2022 году, и это расставание удивило как их поклонников, так и журнальный мир. Тайна в машине Керема Бёрсина. Загадочные моменты в машине Керема Бёрсина в последнее время стали одной из самых любопытных тем в журнальном мире. Керема Бёрсина и Ханде Эрчел, которые редко виделись после расставания пары, недавно видели в машине Керема Бёрсина. Эти снимки взволновали как его поклонников, так и таблоидную прессу. Путешествие Ханде Эрчел на машине. Может ли Ханде Эрчел сесть в машину Керема Бёрсина быть признаком загадочной встречи? Тот факт, что после расставания они редко видятся, увеличивает значение этого образа. Журнальный мир с нетерпением ждет правды о загадочных моментах Керема Бёрсина и Ханде Эрчел в машине. Внимание фанатов и таблоидов. Эти загадочные моменты в машине Керема Бёрсина и Ханде Эрчел привлекли внимание как их поклонников, так и бульварной прессы. Воссоединение пары после расставания привело к спекуляциям о будущем их отношений. Журнальный мир задается вопросом, пытаются ли Керем Бёрсин и Ханде Эрчел возобновить свои отношения или это просто интимная встреча. Загадочные моменты в машине Керема Бёрсина стали одной из самых обсуждаемых тем в журнальном мире. Редкую встречу дуэта после расставания с большим интересом наблюдают их поклонники и таблоидная пресса. Мы ждем событий, которые произойдут в ближайшие дни, чтобы узнать правду о загадочных моментах, произошедших в машине Керема Бёрсина и Ханде Эрчел. Если отношения этой знаменитой пары продолжатся, журнальный мир будет внимательно следить за их счастьем и делать шаги вперед. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.